Мисс Гизи, я хотел бы начать с вашего похищения. 4 человека заставили меня открыть сейф. И взяли меня в заложницы. А вы хоть что-то видели через повязку? Нет. Пережив такое, человеку нелегко прийти в себя. Вы в порядке? Просто неделя не заладилась. Знаете, мне в маникюрных салонах тоже иногда плакать хочется. Можно вас чем-нибудь угостить? В Бостоне каждый год происходит больше 300 ограблений. Большинство грабителей – профи, живущие в небольшом районе под названием Чарльстаун. А твои родители еще здесь живут? Мать переехала, а отец уже как-то не очень путешествует. Я думаю, что-то поменять в жизни. Что-то поменять? Ты что, башкой ударился? Ты все еще мутишь с Дагом Макреем? А откуда ты знаешь Даги? Ну я же из ФБР. Я отхожу от дела, для меня этот город в прошлом. Ты же вырос здесь! Мы через многое прошли. Слышал, ты себе новую девчушку нашел? Он-то умеет хранить секреты. Если с ней что-то случится, убью обоих. Ты любишь меня? Да. Она единственная, кто может стать нас федералом. Запомни раз и навсегда. Ничего она не видела. Эти ребята знают дело. Так что живо достал мне то, что хоть похоже на улики. Мы ведь тоже не промах. Хочу уехать с тобой. Я уезжаю с другой. Если они попытаются нас арестовать, мы примем жесткие меры. Вперед, вперед! Хочу, чтобы ты знал, ты сдохнешь в федеральной тюрьме. Еще увидимся. По ту или иную сторону.